Первая фаза проекта РРСАМ по сохранению северной части Аральского моря и регулированию русла Сырдарьи завершена в 2005 году. С тех пор прошло 17 лет, но вторая фаза так и не началась. Когда проект будет продолжен? Этот актуальный для кызылординцев вопрос обсужден на заседании Арал-Сырдарьинского бассейнового совета. Внимание к теме традиционно огромное. Зал был полный. Кроме того, по скайпу подключились еще около 40 человек. Проект международного уровня. ТО разрабатывается иранцами. Большое озеро, подобно Аральскому морю, было и на иранской земле. Оно тоже стало мелеть, и нами была проделана большая работа по его спасению. У нас достаточно опыта по спасению акватории и проведению инженерных работ. Мы представим ТО утвержденного проекта. РРСАМ-1 был направлен на спасение северной части Арала, регулирование русла Дарьи. В этом проекте внимание вопросам восстановления устойчивой экологической системы на Южном Арале, где, сами знаете, идут выбросы пыли. Что делать для снижения негативного влияния этого на сельское хозяйство и здоровье человека? Об этом проект.